Лада Ларгус на высокой скорости влетела в Kia Sorento. ДТП, в котором по счастливой случайности никто не пострадал, произошло сегодня около 9 часов утра. Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, водитель отечественного авто на высокой скорости двигался со стороны микрорайона ВТС по улице Гоголя. На перекрестке с улицы Полевой водитель не остановил машину на красный сигнал светофора. В результате столкновения с поворачивавшим направо Kia. За вид нарушения идет штраф в размере 1000 рублей. Если в течение года повторяется данное нарушение, идет лишение от 4 до 6 месяцев за данный вид нарушения.